В нашей стране в советское время было хорошо налажено производство фотоаппаратов. Чтобы посмотреть, как они выглядели, надо заглянуть в музей «Симбирская фотография». Там хранится целая коллекция советских фотоаппаратов. Некоторые из фотоаппаратов даже можно подержать в руках. Например, клаб-камера «Москва-5». Это последняя серийная модель в семействе шкальных и дальномерных фотоаппаратов «Москва» с интересной конфигурацией. В отличие от большинства среднеформатных пленочных фотокамер, «Москва-5» предельно компактна благодаря складной конструкции с мехом. Этот фотоаппарат производился с 1956 по 1960 год Красногорским механическим заводом в городе Красногорск Московской области. Посетителям дают рассмотреть поближе фотоаппарат «Любитель 166». Он является среднеформатным двухобъективным зеркальным фотоаппаратом, разработанным по схеме ТЛР. Из всех моделей серии «Любитель» является самой технически сложной совершенной моделью, но при этом самой ненадежной камерой. Номер 166 в названии означает размер кадра 6×6. Фотоаппарат выпускался на Ленинградском оптико-механическом объединении с 1976 по 1981 год.